Август забрал уже многих знаменитых людей. Они уходят практически ежедневно. Сегодня стало известно еще об одной такой потере. Ушел из жизни актер театра и кино Анатолий Пузырев. Анатолий Пузырев родился 9 апреля 1946 года в семье известного актера Юрия Пузырева. В 1968 году он завершил обучение в Высшем театральном училище имени Щукина. Долгое время Анатолий Пузырев играл на сцене театра имени Ленсовета. В 2009 году он стал актером театра на Литейном. Также Анатолий Пузырев занимался преподавательской деятельностью. Он преподавал актерское мастерство в Санкт-Петербургском государственном университете. В кино Анатолий Пузырев впервые снялся в 1968 году. Он исполнил роль красноармейца в драме «Гроза над Белой». Всего в фильмографии этого актера более 30 ролей в кино. Анатолий Пузырев снялся в лентах «Найди меня, Леня», «Веришь, не веришь» и «Двое в новом доме». В последний раз Анатолий Пузырев снялся в кино в 1998 году. Он исполнил роль боярина Василия в фильме-спектакле про солдата и царя. Анатолий Пузырев ушел из жизни 19 августа 2022 года. Актеру было 76 лет. Таким образом, он прожил на 11 лет больше, чем его знаменитый отец Юрий Пузырев, которого многие по сей день помнят по лентам «Невеста», «Поединок», «По ту сторону» и по многим другим фильмам, а также десяткам озвученных проектов. Светлая память.